перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Hello, my friends. How are you doing now? Мастер, увидели, у меня вот есть куртка. Приезжайте в Нетершоп за такими вещами. Янгвар, темный-темный лес. Янгвар, чертов-чертов бес. Не дурите, самое главное, пацаны. Не дурите. This is Tunisian pants, Deodora. This is Russian socks. Russian face, Russian shit face, Russian scam face. Прадеды, братан, еду домой. Я заболел, пиздец, нос, блядь, заебал, надо. Фермеры, да это мои фермеры, мои братья, мои OG. OG gang, Hillbilly gang. Откуда? А ездили отдавать это, короче. Худи Ксанакс и маски Ксанакс и маски Год на фотографши, короче. Да, война скоро, кстати, я в ахуе. Все уже начинается, вся эта движуха вот эта вот. Нас давит со всех сторон. Европа, нахуй. Всех послов выслали, страна становится закрыта. Короче, пацаны, мы идем дорогой, нахуй, к прямой дороге к Северной Корее. Сейчас закон с интернетом, телеграм убирают, нахуй. Доллар вырос, евро вырос, всех послов отсюда нахуй выгнали. В Сирии начинается ебашило. Сейчас Сирия будет пепелищем, как Афганистан, таким же. Вот и все. Ну и возможно. И ухудшение условий жизни здесь. Визовый въезд будет ограничен, скорее всего. Короче, пизда. Да мне похуй это. А может, я ошибаюсь. Говна пережрал твой отец, ёпта. И родил тебя кусочком какашечки, к сожалению. Да, и тут я вот перед войной купился, чтобы это мне незаметно было. И у меня в лес возле дома, я в лес сразу, дендропарк нахуй. Ракеты на старте, братан. У нас тут, блядь, пакеты на свае, нахуй. Заплюем всех, нахуй, этих нигеров, блядь, с М-16, нахуй. Хуйня это все, ебаная, блядь. Как приедут, так уйдут, нахуй, отсюда, ёпта. За своим лином, ёпта. Мы тут на Алпразоламе, блядь, разъебем, нахуй, это вдвоем, блядь, это вон с Саньком, нахуй. Роту, нахуй, негров, блядь, качков, блядь. Хуйня это все. В рот их выебем, я. Но нихуя. И я съебусь туда. Рядом лес, это самое главное, да, спрятаться можно всегда. Пацаны. Здравствуйте, Вован. Hillbilly Gang. Hillbilly Gang распадается что-то, блядь. Я расстроен, у меня, блядь, хуёвые, блядь. Хуёвое настроение за это уже 2 дня, блядь. Раскалывается Hillbilly Gang, блядь. Мне это не нравится. Раскол Hillbilly Gang. Орём за войну. Нихуя ты спевку. И вышел. Показал пиво и обоссался. Три курочки, да. А я закинул один раз тут, братан. Мне Санёк вот дал сейчас. Ты похож на кавказца. Ты, братан, вроде нет. Вроде на цыгана похож. Ну или на просто мудака. Бездарность. Зови меня бездарность. Звука нету. А ты переподключись, братан. Доллар дорожает. Сейчас все эти, блядь, только хотел себе комп покупать.
покупать сейчас, блядь, сука. На встретинке красавец. Братан, а я тебя тоже, походу, видел. Ты тоже красавец. Так еще посмотрел на меня. Поздоровался бы. Спасибо, ты тоже красавчик. Пацаны, что-то хилбили генги, блядь, все хуево, дела идут, блядь. Вообще, блядь, я расстраиваюсь, блядь, ворот от мастерма, да. Надо собрать хилбили генг заново. Какие-то пидорасы колдуют, блядь, что наколдовали всякой хуйни, блядь. Солнце светит, блядь. Сексуально. Братан, ты не видел сексуальных ребят? Я минимум сексуальности. Я привлекателен этой весной. Этой весной, братан, томагавки полетят сейчас, ёпта, в сторону Москвы, нахуй. Но у нас, как говорят, тут, блядь, 9 колец анальных защитных, ёпта. Сжимающихся и разжимающихся. Противоракетная оборона. Но все это хуйня. Да никакие он как-нибудь ебашь, успокойтесь. Все будем, блядь, так же дрочить, блядь. Так же будете ходить в газелях, блядь, садовода, нахуй. Приезжать в Назаршоп, блядь, только на сейл, блядь, потому что денег нет ни у кого, нахуй. И вот так вот будем жить, блядь, пока не съебемся. С кожным лицом толстовки на следующей неделе, с стигматами тоже, плюс один новый дизайн, плюс Ксанах сейчас маски, год маски, вот эти вот, как у Скарлорда, блядь. Сами отшивали цыганку в эфир. А какую цыганку в эфир, я не знаю. Вова Топора сейчас в эфир мы попустим. Кто с мячом к нам придет? Братан, к нам с мячом приходит, блядь. И уходит потом нахуй. Да никто туда не придет, блядь. Кому мы нужны? I don't hear you, bro. Check your Wi-Fi signal. I don't hear you, bro. I don't hear you. Refresh, please. This shit. This real shit. Да кому мы там нахуй нужны будем, если съебемся? Братан, а кому мы нахуй нужны тут, если мы не съебемся? Кому ты вот здесь нахуй нужен, скажи мне. В Америке нет хуёвый. Да, у нас, кстати, по пизде нет. Но я сейчас в Америке, поэтому и нет плохо. Братан, там плохие биты, наверное, были. Забрать можно у меня, но они еще не готовы. Вот, сейчас принтовать буду. Да никакой войны, нахуй, в пизду все это хуйня. Я что-то тоже подумал так. Кармар уехал в Донбасс. Да тут все, тачка. Блистер-кар называется. Новая марка. Мы вот с парнями выпускаем. Мистер Блистер. Парни, меня волнует сейчас одно. Я в рот ебал войну, нахуй, эту, мне похуй. Хиллбилли Гэнг распадается, блядь, ебаный в рот, блядь. Ёпта, блядь, Антон, блядь. Блэк Мэск, блядь, не хочет разговаривать со мной. Я что-то как-то, короче, это... На Хиллстейшн не ходил, я работал. Но Хиллбилли Гэнг распадается, и мне похуй на войну. Нужно его собрать снова. Суки потекут после нашего трека Зена Гэнг. Хуй Зена Гэнг, братан, ты успокойся, ёпта. Песенки петь, блядь, это все. Вот если вы такие песенки пели бы 3 года назад, тогда бы сказали, вот, потекли бы от вас, ёпта. А так там все, это родинка на щеке, троллейбус, татуи, все это, блядь. Не, как бы парни хорошие, но не то. Да не ругался я ни с кем, парни. Мы просто это, что-то, короче, надурели, блядь. Ну, вафлили, блядь. И Хиллбилли Гэнг распадается, блядь. Я не могу без Хиллбилли Гэнга. Мне хуёво. Хуёво, хуёво. Это не мой гэнг, это общий гэнг. Да, были большие планы, большие дела, блядь. Все пошло пиздой. Все виноват, нахуй, ёпта, блядь. Да. Я не знаю, кто. Может быть, я виноват, блядь. Скорее, может быть, кто-то, блядь. Может быть, кто. Все в нем были, все свои в нем были. Все, да обрез, братан, нам нахуй тут не нужен. Обрез пускай там продают вымышленные мерседесы ВКонтакте, которых у него нету, блядь. Ладно, немножко Джуманджи никому не повредит.
Мне аж плакать хочется, серьезно. В Панде были, Камерназе, Чемпионс Лоппи, FLSL что-то там, Project вот этот гук. Потом Верил Скват, конечно же. Потом Шати Глак, МИП. Ну еще пара ребят здравых. Я, блядь, заболел. Хиллбилли Гэнг разлетается, блядь. Как, блядь, кроссовки, блядь. С садовода, нахуй. Мне плакать хочется, блядь. Какой-то ТВЖ, нахуй. Хиллбилли Гэнг, моя душа, блядь. My blood, блядь. One love. Да я что-то надурил, хуйни какой-то налепил, блядь. Вот. Короче, виновник. Забыл. И немножко надурил. Но нужно, короче, восстанавливать Хиллбилли Гэнг. По-любому. Ищем пути восстановления Хиллбилли Гэнга. Надурил под сценом, да. Надурил. Трек в поддержку Башара Асада. Не, братан, спасибо. Мне на него похуй, если честно. Вообще. Башара Асада, Касада, блядь. Кто не болеет, тот хуй прет. Я болею, вы должны все тоже болеть душой. Вы должны, блядь, переживать все то, что переживаю я. Вместе со мной. Детскую хуйню? А, окей. Пускай говорит. Братан, мне похуй, кто что говорит барбитурный, что говорит там, блядь, какой-то там еще. Это все пережитки прошлого, и мне не важно, что они говорят. Они все отстали. Они как Сталин, понял, сейчас тут Сталина сюда поставить, пиздец же будет. Вот то же самое, тот рэп сейчас сюда ставить, будет пиздец. Депрессия, я тоже заболел сейчас. С кофты бронь, зад на почту уже железный, иду уже, все круто. Я уже все заполнил, все упаковал, завтра отправляю. Я все помню, извиняюсь, что так долго, блядь. Тут, блядь, залупа всякая не в проворот, блядь, навалилась. Да я же не со зла заболел, блядь, ну да, там, наверное, из-за этого, я не знаю. Ну правильно, на самом деле, потому что он меня просил, блядь, как бы этого не делать, блядь, а я что-то как-то это... Мы с дедом коньяк пили, как-то что-то, как-то, блядь, хотел показать коленку там, блядь, грудь, а вышло так. Ну на самом деле, правильно, как бы, правильно. Ну, я думаю, что и неправильно тоже. Как бы, хуй его знает, короче, такая залупа. Они все отстали. Они все как Сталин. Какой Сталин, братан? Если с тёлкой расстался, похуй должно быть. Конечно, похуй, братан. Вот если ты расстался с другом, блядь, или, блядь, не знаю, там, со своим каким-то кровным братом, там, мамой, папой, дедушкой, бабушкой, должно быть не похуй. А с тёлкой расстался, должно быть до пизды. Ну, лично моё мнение. Гуф с Кизару альбом пишут. Да пускай пишут, ёпта. Пускай пишут, блядь, вообще похуй. Фак Кизару. Да не фак Кизару. Кизару, блядь, может, тоже хороший парень. Холла, год. Холла, бро, how are you? Тёлки, братан, блядь, лапшу нам на уши вешают, блядь. Мы её нахуй оставляем на ушах, а потом пускаем близко к сердцу. И от этого становится плохо. В этом вся проблема мужчин. То, что женщины на нас очень сильно влияют. И влияют нихуёво влияют на нас женщины. А этого допускать нельзя. На самом деле, если бы мужчины бы трахались с мужчинами, а женщины трахались бы с женщинами, я не за эту хуйню, но если бы было так, то в мире было бы все намного проще. Это каста. Пидорская каста. Я это понял, когда работал в Wild Life Fitness'е, в таком зале, блядь, в Вегасе. Там была каста менеджеры,
пидоры. Хозяева там, ну, там пидоры тоже там. Ну, и, короче, ну, геи, короче. Клиенты самые богатые геи. Тренируются. Короче, братан, у пидорасов своя каста, понял? Это как масоны. Они только своих подтягивают, понял? То есть у них своя движуха. Ну, то же самое. Ну, да, можно сказать, у них свое такое объединение. И они друг друга тянут. Как, допустим, вот кавказцы приезжают в Москву и друг друга тянут. Вот у пидоров такая же хуйня. То есть, а у обычных натуралов такого нету, как бы. Ну, у нас, россиян. Мы друг друга топчем и плюем нахуй друг друга. Вот такая хуйня. Поэтому я, возможно, в скором времени стану пидором и перееду в США. Буду танцевать стриптиз, нахуй. И Трамп будет ебать меня в жопу, ебать, на корпоративе. Вот и весь рэп закончится. А все потому, что Хиллбилли Гэнг распался. Вот так вот. Я не гоню кавказцев. Я говорю, что заебись. Кавказцы мутят нормальную тему. Они приезжают сюда и друг друга тянут. Поддерживают друг друга. Я об этом говорю. Я ни в коем случае не гоню. У нас такого нету. Вот я о чем говорю. А хотелось бы, чтобы было. Зачем играть на кавказцев? У меня слово «кавказская кровь», братан, есть. Так что хуи не говори. А че очковать-то, ёпта, хули очковать? Я, братан, блядь, че очковать, блядь? Кого? Что очковать? Почему? За что вообще? Зачем? Очковать нас сейчас томагавки полетят сюда, нахуй. И у тебя он к твоей пятиэтажке в Рязани, нахуй, высадится, ёпта, блядь. Диверсанты, нахуй, ёбаные, блядь. 95-килограммовые, тестостероновые, тринбаллоновые нигеры, нахуй, с М-16, бля, полным боекомплектом, 6 обоим, 2 противотанковые, 2 осколочные, 2, блядь, дымовые, нахуй, глок, ёпта, с удлиненной обоймой, блядь, оптический прицел, блядь, ночное видение, блядь, броня, нахуй, которая, блядь, сливается вот такого плана, сливается, блядь, с этими, блядь, короче, совсем сливается, чем хочешь, и вот тогда, братан, будет пиздец. Да, мужики как животные, женщины этим пользуются. Да, да, мы повинуемся. Повинуемся. Согласен, согласен. Братан, вернуть бы 5 назад, лет 5, а нахуя возвращать их? Ничего хорошего 5 лет назад у меня не было, я тебе скажу. Вот смотря так сейчас. У меня не было ничего вообще, блядь. И сейчас-то ничего особо нету. А тогда... Только хуй... Polar Ralph Lauren фиолетовая и белая Polar Ralph Lauren, джинсы Levi's и 2 пары кроссовок, ёпта. И песни про пенис и пенсию, блядь, и, блядь, какую-то хуйню. Вот и все. Такая хуйня. Вернуть время, чтобы встать. Не, братан, не надо возвращать время, чтобы встать. Время нужно... Надо это просто принять и встать в этом, в настоящем. Без того, кстати, момента я многого бы не понял. А это был охуенный момент. Я из него извлек охуенный урок. Куркин, смотри. Нихуя там у Куркины. Собачка, блядь. Такой Куркин. Короче, парни, хуйней не занимайтесь. Концерты делать, блядь. Не знаю, какие концерты. Все. Надо идти вперед, ёпта. Надо копить деньги. Надо ехать куда-то. В Бруклин. Куда-то, где будет лучше, чем здесь. Вот и все. Маструм, братан. Меняет цвет. Я вот встану, короче, вот, допустим, около оранжевого дома. Он оранжевый станет. Это военный маструм. Разработка. Чехия. А что в Чехии? Ты был модой, раскол. Ну, был модой, братан, да. Был молод, был модой. А ща я просто гандон ебаный. Пережиток времени, такой же, как и все. Но стараюсь вырваться. Стараюсь очень. Но хуёво стараюсь, на самом деле, ленюсь до хуя. И пизжу больше, чем делаю. В этом моя проблема тоже есть. И на самом деле, это меня тоже расстраивает. Нет, я не старею. Ни в коем случае. Валить в Америку.
бы неплохо. Куртец такой взять не знаю где. Закажи с Европы его сейчас. Евро как раз сейчас 80 баксов, нахуй. Купишь ее, блядь, 1030, блядь. Хотя и цена, блядь, семерик, нахуй. А я уже в новую школу зашел, братан. Никакой депрессии, народ, все заебись. Почему какая депрессия? Просто хотелось бы как-то, чтобы лучше. Лучше была обстановка в мире, вокруг меня. Люди подобрее были, блядь. Хуйню не пороли, блядь. Профи в чем, братан? Че ты хуйню ты говоришь? Какой я профи? О чем ты? Че ты снимаешь-то? Что за машина? Какую? А, я машину снимаю. А у меня глюки просто. В Москве нехуй делать. Да нет, дела есть, братан. Но они как бы... такие, как сказать тебе. Мизерные. Хотелось бы их... оборот увеличить, этих дел. Чтобы дела были еще лучше. Чем отличается трил от фонка? Честно сказать, братан, не знаю. Честно сказать, не знаю. Я не гнетаю, братан, говорю как есть. Просто хотелось бы, чтобы было все у всех лучше. Я хочу выходить из дома, чтобы люди улыбались. Или бы я ехал там, не знаю, шел по центру там Москвы, да хотя бы, блядь, хотя бы по центру Москвы люди улыбались. А, блядь, выходишь, нахуй, на район, блядь, все, блядь, злые, блядь, кусаются, орут, нахуй, грызутся, блядь. Там то же самое, тут везде. А, блядь, что в регионах, я даже представить себе не могу. Но сейчас поеду в Пущино, туда там, к себе, на дачу. К пацанам. Но у них там ничего не меняется. Они там все как бы на спокойном. Но тоже как бы погибают. Я смотрю, там у меня там друзей дохуя, как бы товарищи там лет по 28, по 30, блядь. Они перспективные, в принципе, парни, как бы свой, блядь. Не, некуда, короче. Они, короче, могли бы большего добиться, блядь, если бы вот не было у них таких вот хуёвых условий жизни. Задавили их там жестко. А это всего 100 км от Москвы, представляешь? Вот так вот, братишка. А что за 700 км от Москвы? Все курят спайс, пьют водку, все. Вот и все, все развлечение. В городе нет даже кинотеатра. В городе, блядь, два магазина, рынок, нахуй, и стройматериалы. И что тебе там делать, скажи мне? Один магазин с какой-то там рыночной одеждой. Все, вот тебе город. Братан, а можешь мне высадить их там, пожалуйста, у Перика, мне в магазин? Ах, тебе нет, там дойду. Сосать охота что-то, блядь. А за 707 тысяч километров от Москвы, а я это не знаю, надо уже съесть, посмотреть. Да, надо спасать, блядь, ситуацию. Я не понимаю, как, нахуй. Энтони, Жак, что-то там. Короче, ну надо спасти, помогите спасти ситуацию. Но в провинции все пашут, чтобы в МСК поехать в Питер. Да, вот там-то и проблема. А пахать-то здесь где? И что здесь пахать, ёпта? Говно, нахуй, бычки, бля, ёпта. Что, братан, ты не пойдешь в это, как в магаз? Не хочешь? Не пойдём, свой. Давай, да. Hillbilly Gang, нет, this is not... Hillbilly Gang, не дай, дай, вытащи, бро. Подожди, ты ее... я дай выйду нахуй стоит, я встать хочу, блядь, заебал. Нет, не дай, Hillbilly Gang, не дай. Не хочу, чтобы он умирал, потому что это перспективная тема для всех ее участников. Сотрудничество, бро, сотрудничество. Провинции не... вот я приехал, да, в Железногорск, там пацаны все курили спайс и пили водку. В принципе, то же самое, что и здесь, только там это все делают, а тут не все. Ну, короче, тут тоже, вот смотри, вот я иду поссать, вот сюда вот, это вот около моего дома. Прям вот такая вот хуйня, смотри. Вот бычки, блядь, бутылки, блядь, говно, нахуй. Вот такая вот хуйня. Ну, я вот сейчас еще вот так вот сделаю. Вот шапка чья-то, блядь. Я вот на нее пассу с удовольствием. Вот на эти бутылки, блядь, тоже пассу с удовольствием. Вот так вот я вот делаю, блядь. Вот такие вот вещи, блядь. Один, братан, я не потяну. И без пацанов я, нахуй, вообще, блядь. У меня вдохновения нету, блядь. Близких по духу людей со мной не осталось, кроме нескольких людей, блядь. Ах. Ну, вот, короче, такие вещи вот происходят, блядь, у нас. И вот пизду, короче, просто, блядь. Просто в пизду, короче. И вот такое вот у меня сейчас настроение, парни. Сейчас, кстати, камера на меня направлена или на пол? У меня что-то глюк, камера опять черная.
Братан, да, это мы делаем все вот это вот, да. Улица это пепельница, нахуй. Сейчас камера на лицо или на землю, я не понимаю. А, ну все, нормально, просто у меня черный экран. Вместе уедем. Да, братан, ну не могу, нахуй, тут, блядь, дела. Сейчас, секундочку, я камеру эту, блядь. Застегнуться надо, ёпты. Сейчас, секунду, пацаны, не уходите далеко. Пейте молоко. На тебя, как сам старый. Факти каши 69, блядь, тебя, на тебя. Ёпт, блядь, в лоб ветка воткнулась, нахуй. Черный экран, потому что хуем закрыл объектив. Сейчас меня видно хоть, не, парни? Техник не пидор. Ладно, блядь, в пизду, блядь. Связаться? А чё связываться-то? Вот мы на связи вроде бы. Да так себе, братан, расстроен, я говорил. Очень сильно. Вот единственное. Да нет, что. Маструмчик, бро. Да самокрутчику, братан, кручу. Я теперь такую залупу курю. Сейчас я переключусь, чтобы себя видеть хотя бы. Сейчас я переключусь, пацаны, секунду.